огромным трепетом и волнением будем рады провести с вами эти незабываемые мгновения в преддверии светлого, благородного праздника Дня Учителя. Тяжела и трудна жизнь педагога, но есть один день в году, когда ваши улыбки становятся немного ярче обычного. Так хочется найти подходящие достойные слова. А это не так просто. Ведь день учителя – это день детства и юности, это день любви и надежды, это день опыта и мастерства. Пусть осень на дворе уж целый месяц, сегодня вдруг повеяло весной. Цветы цветут сегодня в каждом сердце. Преподаватель, нынче праздник твой. Быть педагогом – это не ошибка, ведь это не работа, а судьба. Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки. Сегодня все, что есть на свете, для тебя. В этот праздничный день свои самые теплые пожелания хотят сказать ученики нашей школы. Дорогие учителя, примите поздравления от наших учеников. Пусть же все отразится в улыбке.
Ты отвечаешь. Мудрость и смерть. Наши души, наши умы, все, что мы жизни нам зададите, постараемся выполнить мы. Учитель, три слова, не так уж и много. А сколько умений вмещает оно? Умение мечтать. Умение дерзать. Умение работе себя отдавать. Умение учить. Умение творить. Умение детей беззаветно любить. Учитель. Три слова, но как это можно? Я видео. Уже пошло видео? Да, все идет. Просто
Почувствуют усталость, пусть они не умывают. А наши непоседы не устают. Примите танцевальный подарок. Я один на свете, такие ученые.
счастья, оставят в детях добрый след. Смогается учительское счастье из общих ученических побед. И пусть года вперед летят, не надо возраста бояться. Пусть стажа много ваших лет, но в сердце ваше только 20. Низкий поклон вам, дорогие учителя, за ваш труд, терпение и любовь. Гости могут отправиться по своим делам, а педагогов мы просим остаться. Ученики, и у вас превосходные ученики.